нет скорости. Вообще-то нас не останавливали, мы сами остановились. Мы сами остановились, чтобы взять сигареты в магазине. Дальше что? Документы в порядке. Тест показал ноль. Нет, это просто издевательство, вот и все. Вот они не знают, что делать. Да. Мы пушим за флот машин либелула лора. Каут из ганч. Зеро-зеро я дурно бил. А может, ты там тянешь из факты? Сунь в этот телефон. Сними его, что он снимает. Звонит, я что один, что второй. Ну, с комбоев. Так что вам мы сын пи алто пи пи вайбер, а скинь мессаж и сын. А сейчас гадете, блядь, форма нуж, он ковид. Да, кей сами, а Петру Маски у нас респонд. Машина стационна, когда звонит Нурма, ты мама опрыс кумпер цигарь, ну масло придвой. Да, ну зе просто, ну ворбит прости. Че мама опрыс кумпер цигарь. Держи телефон, сейчас Мария позвонит. Покажи, где на раш мой дым мясо будет. Ну, вроде как воза. Ну, то есть, да? Вы кого-то сганч. Хай, кому супринь, кому нас спринес по алта, спринес по три, а по патра. Гасы сбоем у всего. Я в этот деку дешпин был житель такого, ну не группа. Ты кулин такой? Эй, дай! Пой, дай! Вой, кого то умержи! Ты там все дай кулин такой? Дай! Ну что, давай, ты мне почта с батьками. Кому я? Дай кулимба. Я дискету. Какие ты шо дискету? Кстати, мы на самом деле пришла. Разбары ты нашли. Там все написано, да? Что он сказал, что ему сказали, что якобы мы нарушили. Кто сказал и что сказал, сейчас мы будем разбираться. С прокурором, в суде. Кто тебе сказал? Что тебе сказал? Что я нарушил? Будешь объяснять, что тебе сказал? Что сказал? Где нужен? Ты сказал четко, что тебе сказали, что я нарушил. Кто ты сказал? Вот на это есть на камере, на видео. Ага. Ты слышал? Что он говорил, ну он не соспускал, то я не толкал, то я колу. Кто я спустил? Йомску? Да. Сам спустил Евген Цигарик. Ну. И Псуан Ламу. Ну. Чему? Есть из Криса, по-моему, регистрация. Ты такой план демонстрировал? Я регистрацию, шеф. Я регистрацию. Ну что, по винде Ямалск. А спуск? К Вову со спуском, ну а Вемон Калкарь. Ну и со спуском. Ник. Я смотрю, я смотрю, ты куда-то ловил. Хайди, смотри, мы оценим, где мама уже мать вора. Да, Мария? Посмотри. Ник стал, он только местный, что фотографиазы, полмязы, суна. Да, ну и скорее. Мы не поймем, где мы платишь, нам сейчас один.
Чем кровь? Чем? Документы. Бун, а как же с этим сунтом вот этим макаровым латиником? Сигурку не могу определить. Да, не могу определить, по сигурам могу определить, снял тебя. Короче, я термину кто-то опачи раз, а сейчас сун. По-любому красивый залез там был. Ну, один машину мы там не стало хороший фильм. У нас как стало хороший фильм, то есть спустили, у нас успели. Окей, по-любому все равно двигаешь. Что-то местный департ, что мы совершаем что. А слушай, это же старый пикап. А? Быстрый? Да. Чего с собой там надо? Ты даже не паришь. Просто настроение подпортил. Просто сын вылез за сигаретами. Протокол? Я не знаю, сейчас вроде как номера хотят забрать. Да ридикл, ридикл. Вы сейчас вроде как по лаурме. А ну сними. Повторитель поворотника. Вот он. Вот он, вот он. Красавец. Он меня штрафует за наклейку. Повторитель поворотника. Дырка. Вот она машина, блин. Вот она машина. 977. Он мне штрафует за наклейку. У него дырка, блин, в повторителе поворотника. Вот она. Где? Унцы! Унцы поворотнику. Да, же, бабуна сделал, хопси ел. И филмату машина дикан вас уприт. Йоанскосу? Я мы смотрим, куда к Йоанскосу. Айзи! Айзи к Йоанскосу! К Йоанскосу повторить его поворотник. Айзи! Хай! Ой, там. Багауры. Хай! Мы смотрим, куда ты к Йоанскосу. Да? За тебя проблемы к меморе. Я вам проблемы к меморе. Вы менцы с ничем вареде свои. Вы менцы с этого. Кума сам пуял. Кума сам пуял мне, а мен докладывал, а сам говорил, машина
И Вадик, у тебя регаура. Регаура. Повторитель поворотник, ну. А сейчас Ведик. Най. Машина, ну и Сарик, ну по шмярга. Второй поворотник. А это. И Гаура. Гаура. Хай, 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 вы сейчас вроде кап. Шпи эвакуатор. Дьёв. Боже упаси. Хай, кем эвакуатор. Да ну макем и пенимень. Юну кем, юну кем. А ты тем, если презумпция не виноват, а ты тем, как юнус виноват. Ну, виноват. А с демонстрация, ну, инстанция джиджиката. А ну, подсвети. А, держи свой. Вот он, сами без... И говорит, что это я у них украл. Вот он, вранье налицо. Не говоря уже о том, что они будут там писать. Машина не в состоянии, то есть она сама с дефектами. И они мне говорят, крышка бака отваливается, вот она. И они мне говорят о том, что моя машина с дефектами не может двигаться. You are right. Вот здесь есть регламент циркуляции, рамыница на автомобиль, кумыли пи волан. Ну мы отинжит буну статуру. Да ну сын, мы отин. Да, ошибаюсь. Гаура тут без факута. Гаура тут без факута. Нам пусть мы напи автомобиль для нас персона. И буну статуру для вас навязывается латинжит. Я фильмаши требуешь. Я в принципе бомбини. Фильмас, да, кто дорит, тот си дорит. Не именно вы интензивно фильматься стоит дверь. Кумер же звой фары поворотник. Кумер же звой фары поворотник. Кумер же звой фары поворотник. Ну не вы истразить кумен один буну статуру. Где он утра кумен, а нам где-то рад. Кумер же звой фары поворотник. Боец. Кум воин только мисс поручайся вербали с ласынгур машина и фэр поворотник. А? Вот видно, что она без поворотника. Они ходят и штрафуют. Забирают номера, эвакуатор. Дай кулимба пенглушитель. Сантез без исчез. На каком основании номера не хотят? Что мы нарушили, что у нас номера? Да, видимо, денег не дали. Видимо, денег не дали. Во-первых, нас не остановили, они без сигнала остановки. Мы просто сами снимай, остановились. Снимай, снимай.
возможно, что задержусь. Я кашу полицейский, шпак дикап на заводе АС. Я не придал, а стой бы умел. Рефузация придал. А стой бы умел. Кум форцат? Мой батец? Фашист, я стой бы умел, я не волдал. А если я бы не умел, я не веду мотив, потому что я радикас. Ну, не все облигат. База кэру и артикул не вас радикас. А что вы решите? Есть пункт 121 или ради регламент черплати РТС. Что сам я? Он указывает по межлоку, где транспорт. Ты эксплуатаза. Что есть реутилат? Я не реутилат. Есть реутилат, когда все, что бара. Не реутилат. Не реутилат. Не реутилат. Фер авторизации диригуари. Он указывает дату облигаторию, среди коплакуц, номер диматрикуляри. Кондукатору уже акцепт с фи радикат. Nu accept, nu accept, nu accept. Nu accept. Sunt aberații, ce îi spuneți voi? Eu pot să vă prezint în legătură. Mi-e indiferent. Eu vă spun cum este. Am învățat destul de gine, mai gine ca alții, care spuneți de cu limba prin gluștiri. Apropo, nu vreți da? Nu vă spun cum așa. Acolo tot scrieți de acolo limba prin gluștiri, la școală. Ia, e subiect acolo. Da? Mai descriu un alt regulament și e subiect. Asta la școală de poliție învață? Să dai cu limba. La școală de șofer, ca să învață asta. Țară din nebune, Moldova. Что сейчас назвал? Качи? Камартур, да? Ну так и шаловка делается. А поворотник у них крутой. Я не знаю, как они будут это объяснять. Отсутствие повторителя поворотника у полиции. Да? Domnul Vadim, vă aduc la cunoștință procesul verbal din data de 14.1.2022, orele 21.09. Satul Vadului, Sahai, 1 Cacul. Datele mele, datele dumneavoastră. Timpul săvârșirii, 14.1.2022, ora 20.58. Satul Vadului, Sahai, 1 Cacul. Cetățeanul Lupu Vadim a condus... Ascultați că eu vă aduc la cunoștință. Da, eu ascult! Cetățeanul Lupu Vadim a condus în mijlocul de transport de model Ford Transit Connect, număr de matriculare THY953, care este reutilat, fără autorizație de rigoare. Și anume, lipsește bara de separare, care separă partea pentru mărfuri de partea pentru pasageri. Exact cum v-am explicat dumneavoastră. În mijlocul de transport, numărul de matriculare, ați ignorat prevederile punctului 121 litera din regulamentul circulației rutiere și ați fost sancționat conform articolului 228 alineatul 1 din codul contravențional. Ce înseamnă asta? Adică că ați exploatat în mijlocul de transport care este reutilat fără autorizație de rigoare. Voi să cutiți că e reutilat? Da. Noi asta am constatat. Noi suntem agenți constatatori. Da, procesul verbal a fost întocmit în prezența dumneavoastră. Dacă doriți să indicați careva obiecții la procesul verbal... Nu mai scălesc, nu scriu nici obiecții. Nu doriți să indicați careva obiecții? Eu sunt în judecată. La moment aveți careva obiecții? În judecată. La moment la proces? În judecată. Nu doriți. Eu n-am ce grecuie. Așa, nu doriți. A fost aplicat amendă
conform articolului 226 alineat 1, 10 unități, 500 de lei, în decurs de 3 zile lucrătoare, aveți posibilitate să achitați 250. Cu aplicarea adăugătoră 3 puncte de penalizare. Așa, așa. Data, ora, codul pe care dumneavoastră trebuie să... banca pe care dumneavoastră achitați, semnătura mea și dumneavoastră. Dumneavoastră doriți să... Nu, 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 este adresă, trimiți. Da, să fotografiez. Ce să fotografiez? Nu, nu-mi dați voie să fotografiez. Nu scrieți să o pozați. Ori luați copie, ori trimiteți pe poștă. Așa, lectorul și obligațiunii tot nu aveți nevoie să le aducă cunoștință. Cum să gătiți? Cum știți? Eu am drept avocat. Eu am drept avocat. Sigur. Ei, chiar chemați avocat. Aveți nevoie să... Da, chemați avocat. Aveți nevoie să le aducă cunoștință. Da, chemați avocat. Eu am drept avocat. Nu am avocat, eu să nu mă lucrez. Nu, hai să sigurat. Nu mergem la inspectorat de poliție. Care-i problema? Nu este problema. Dumneavoastră doriți să semnați procesul? Nu semnați, nu. Aveți poștă, aveți ce. Copii de asemenea, nu refuzați să primiți. Nu, nu, nu. Acest verbal de ridicare. De asemenea, trebuie să vă referăm dumneavoastră câte copii contrasemnătură. Dumneavoastră doriți să vă înțelegeți. Nu, nu, nu. Copii la ordonanță, cu acest verbal de ridicare, dumneavoastră nu doriți. Exclus. Nu doriți. Exclus. Numărul de matriculare se ridică. Eu am indicat că a fost ridicat forțat, adică dumneavoastră ați refuzat să îl predați binevol. El o să fie ridicat, v-am explicat de ce. Lați să spuneți. Am explicat. Nu. Atac vă podimați numera, prosul din nici zeci dat. Dar ce ocazie în numărul scoateți? Eu am explicat, domnule. Nu, nu am citat și cum o găsit. Nu ați putea să vină să ridicați un om. Sper să aveți la mână porcă. Voi l-ați luat, voi să
говорю, где фара нужна? Все, 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 все